Мы с вами сегодня дадим старт строительству нового детского сада. Уже в сентябре 2023 года свои двери откроет новый детский сад в поселке Новоивановское Одинцовского округа. Он рассчитан на 300 мест, это 13 групп малышей. Площадь дошкольного образовательного учреждения составит более 4000 квадратных метров. В центре садика будет атриум. В центре атриума будет стоять 5-метровая сосна или ель. Вокруг будут поставлены диваны. Такая вот основной будет там зона релакса. Действительно, помимо уютных игровых и спален, будут построены и актовый, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты для медиков, для логопедов. По традиции, глава муниципалитета совместно с местными жителями заложил капсулу времени в основание будущего детского сада. Но сначала написали доброе послание на бумаге и подписали все желающие, и даже малыши. Колбу заливали цементом тоже все вместе, а в завершении мероприятия – общее фото на память. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».